начала искать информацию, что же есть посмотреть в Планческой щели, мне карты выдали такое местечко, где располагаются мегалиты. Такие вот большие каменные валуны, которые уже обросли мхом. Я думаю, вы сами ответите на вопрос, стоит ли это место посещения или нет. Вообще, чем-то даже похоже на дольмены. Смотрите, рядом с этими мегалитами находится вот такой мостик через Планческий ерек. Вот такая небольшая речушка. Ну, рядом домики жилые. Ну, скорее всего, здесь у людей дачи как бы. Природа здесь красивая, горы. Сейчас, конечно, не хватает красок, но я думаю, в теплое время года, когда еще у нас есть листва, здесь очень красиво и свежо, что главное. Потому что здесь природа, настоящая природа. Здесь даже кто-то, видимо, мед делает. В этой части поселочка мы встречаем еще один мост, но уже деревянный, через всю ту же речку, через Планческий ерек. Очень такой приятный звук журчащей воды. Такие вот виды здесь открываются у нас. За мостом есть вот такая маленькая уютная полянка. Пеньки, на которых можно посидеть, и столик. Как красиво, птички поют. Тишина и спокойствие. После шумного Краснодара, конечно, идешь по такому леску и наслаждаешься. Декабрь на дворе, декабрь, а ощущение, что осень, поздняя осень. А здесь, посмотрите, такая полянка, и стоят огромные валуны. Непонятно, что это, конечно, за валуны такие. Некоторые даже палками подперты. Возможно, тоже какие-нибудь мегалиты, но ничего... Нельзя точно сказать. На картах это место никак не обозначено. Смотрите, у кого-то такой домик интересный выглядит. Действительно, как, знаете, какая-то хижина охотника. Маленький домик такой с интересной крышей, как в Китае. Вот такой формы. Скамеечка маленькая. И у входа стоит роза ветров, висит, точнее, с аистом. Аутентичненько, конечно. Классный домик такой, очень уютно. Карты показывают, что это у нас храм преподобного Серафима Саровского. И видите, к нему... ведет такая добротная лесенка. Ну, как бы видно, что храм новый. Здесь у нас при входе ковер, где нужно снимать обувь, лежат платочки для женщин. И видите, на входе такие иконы уже.
Поселок совсем небольшой, здесь проживает порядка 100 человек, но даже в таком небольшом местечке есть своя собственная церковь. Причем очень богато украшена. Рядом с церковью вот такие вот колокола висят. Большой. Видите, здесь даже гравировка какая-то. Средний и маленький.